Друзья, привет! Вы на канале Во Колесо, и сегодня я хочу с вами поговорить об отличиях шин Nokian в линейках Norman и Hakkapeliitta и Haka. Hakkapeliitta — это зимняя линейка, Haka — это летняя линейка, но все они, эти обе линейки, находятся, так скажем, наверху вот этой цепочки всех шин, которые выпускает компания Nokian, а Norman — это, так скажем, то, что было раньше Hakkapeliittой. В общем-то, все мы знаем, что была Hakkapeliitta, например, 7, потом она была синтез производства, и появился Norman 7, внешне вроде бы ничем не отличающийся. Вот в чем же отличие этих шин? Многие этим вопросом задаются. И здесь я отвечу вам очень просто, и тому есть подтверждение компании Nokian, которое я тоже вам чуть-чуть попозже выведу на экран, потому что я засомневался в себе и все-таки решил уточнить. Так вот, главное отличие линейки Hakkapeliitta и линейки Norman, самое ключевое отличие, оно одно. Это состав резинотехнической смеси. По части той, что в линейке Hakkapeliitta используется больше натуральных каучуков, а в линейке Norman используется больше синтетических каучуков. И в той есть и те, и другие, и синтетические, и натуральные, но в разных пропорциях. Таким образом, в Hakkapeliitta используется пропорционально больше натурального каучука. Некоторые говорят каучук, но мне кажется, что каучук как-то более привычно, да? Так вот, большее содержание натурального каучука в линейке Hakkapeliitta и Haka летняя, соответственно, позволяет шине быть более цепкой, более комфортной, но, к сожалению, из-за настойкости от этого страдает. А вот синтетический каучук дает обратный эффект, то есть большее содержание натурального каучука дает, собственно, чуть худший зацеп, но не сильно, может быть, там процентов 10. Ну, в общем-то, то, что почувствовать можно, но все-таки достаточно сложно, если соблюдать правила дорожного движения, ездить аккуратно, ну, собственно, и так далее. Так вот, синтетический каучук чуть медленнее стирается, чуть хуже цепляется, но и чуть лучше ходит. Вот в этом самое главное отличие линеек Norman и линеек Hakkapeliitta и, соответственно, Haka. Компания Nokian со мной согласна, то есть они дали подтверждение того, что это действительно так и есть, и оно уже висит у вас некоторое время на экране. Поэтому теперь вы знаете немножечко больше, а у нас на канале уже почти 1000 видео, и, конечно же, множество очень полезных, и подписывайтесь на наш канал, конечно же, и тогда вы будете знать о шинах немножечко больше. И спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока.